В Москве на 90-м году жизни скончался Теодор Шанин, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук, так называемой Шанинки. Ученый родился в Вильно в 1930 году. В 18 лет уехал в Израиль и участвовал в войне за независимость. После поступил в Еврейский университет на отделение социологии и экономики. Аспирантуру Шанин окончил в Бирмингемском университете. В 1995 году стал первым ректором Шанинки. Ученый внес огромный вклад в историческую социологию. Он занимался исследованиями по всему миру. Как сообщают его коллеги, он не оставлял работу до последнего дня.